на территорию Кировской области завозятся курительные смеси, которые содержат в себе как наркотические средства, так и вещества, которые оказывают наркотическое действие на организм человека, курящего такое зелье, но по определенным причинам еще не включенные в перечень наркотических средств. Курительные смеси распространяются в основном в подростковой и молодежной среде. В этих условиях нельзя терять бдительности. Как никогда необходим родительский контроль не только за тем, что ребенок одет, обут, накормлен, но и за тем, какой у него досуг, с кем он общается, какие у него интересы. Мы можем и должны сообща предотвратить распространение курительных смесей.